зачем тебе это? Я хочу для всех светлого будущего. Могла бы и догадаться. Контролируя разум людей? Что за ересь? Я их освобожу. А вот и нифига! Я не стану оправдываться перед дефектом. Ты только и знаешь, что гитарой махать. Зато я в этом профи. С меня хватит. Больше ты не встанешь у меня на пути. Забудь про пароль. Вали оттуда. Что? Нет! Я почти у цели. А ты, Корсика, ты уволена. Корсика, берегись! Чай! Вот так. Надо было пальнуть из огнемета. Но в следующий раз. Мисс? Мисс Корсика? Вы меня слышите? Мы сделали, что смогли. Рана была ужасная. К счастью, мисс Мята и сэр Макарун хорошо разбираются в имплантах, а у меня твердая рука. Вы спасли меня? Для наших целей ты нам нужна живой. Прости. Чай имел в виду, что нам нужна твоя помощь. Ну и босс у тебя. Бывший босс. Я думала, эта компания единственная, где ведут дела честно. А потом узнала о Спектре. Какая же я дура! А я ведь говорил. Чай! Общая цель делает нас сильнее. И лишние руки нам не помешают. Идем. Расскажу тебе все, что мы знаем. Ой, а чё так темно? И как я не замечала этого раньше? Кейл — прирожденный манипулятор. Потому ему и нужен проект Спектра. Спектра — это практически воплощение его самого. Он меня использовал, а потом чуть не убил. Это ему с рук не сойдет. Так ты с нами? А как же? Я даже знаю, что нам делать. Чай, подойди, нам надо поговорить. Ну что ж, ладно, пойдем, поболтаем с тобой. Вот ты где. Ты хотела поговорить? Я хочу извиниться, что не послушала тебя сразу. Было бы за что. Я вроде выступил не слишком убедительно. Я думала работы и не мыслила критично. Спасибо, что спас меня. Ого! Я не ждал похвалы. Ты добиваешься своего, хоть и тот еще псих. Не каждый на такое пойдет. Может, это еще изменится. Но сейчас надо довести дело до конца. Давай поговорим еще. Зачем ты пошла в Вандалей? Скажи мне вот что. Почему Вандалей? Они же, плохие. Они поначалу не казались такими, сам знаешь. Когда я была маленькой, в моем городе произошла экологическая катастрофа. Очистку возглавила Роксана Вандалей. Благодаря ей все мы смогли жить дальше. Она изменила мою жизнь. Стала кумиром. С тех пор я мечтала работать в Армстронг. Но вышло не так, как ты представляла. После встречи с Кейлом у меня были сомнения. Но я решила, что напрасно беспокоюсь. Теперь понимаю, что зря. Это не та компания, куда я так стремилась попасть. Я как-то встретил на улице любимую группу, а они меня проигнорили. Так что понимаю. Вообще-то не совсем та ситуация. Ну да ладно. Проект Армстронг, что ты про него знаешь? А как так вышло, что ты не знала о Спектре и проекте Армстронг? Проект Армстронг был запущен до моего вступления на должность. Я просто приняла все как должное. Я не вникала, как его рекламировали и как искали участников. Значит, ты не исключаешь, что на проект выбирали только самых крутых? Вряд ли там смотрели на крутость. Ты же в курсе, для чего нужна твоя рука? Давай не будем об этом. Но то, что ты ею вытворяешь, создатели явно не задумывали. А значит, Кейл не подозревает, на что ты способен. Это наш троянский конь. Сделаю вид, что понял отсылку.
Так, а я не понял, для чего... На что это намек? Подождите, месье, мадам, секундочку, как это... Я не в курсе, для чего у меня рука. Разве ты не в курсе, для чего тебе рука? Нет, я не в курсе, но... Она еще такая говорит, просто у тебя побочка, и ты теперь можешь своей рукой вот такой вытворять, типа с гитарой махать и все... О, восьмерка кружилась вокруг, что-то как бешеная. Короче, если бы не моя гитара, походу, я этой рукой, возможно, только мусор бы мог собирать. Или что-то типа того. Хм, странно. Так, здесь у нас ничего интересного. Продолжаем сюжет. Очень любопытно стало. Следующий этап. Ну все, я готов продолжать. Ну, Корсика, какой твой план? Так, народ, слушайте. Краткая вводная. Вообще-то, у нас говорится краткая сводка. А это не одно и то же? Да, но у нас так принято. Не надо придираться к словам. Со мной у нас есть половина паролей. Следующая цель – Мимоза. Глава маркетинга. Она готовит фестиваль в честь проекта Армстронг. Небось, такая туса будет. Вот бы сходить. Вот и сходишь. Там Мимоза будет выступать. А как же охрана? Мы пройдем через черный ход. На сцену можно выйти через музей истории Вендалей. Мимоза потребовала, чтобы все шли на концерт, так что там будет пусто. Самолюбие Мимозу и погубит. Именно. У нас будет мало времени, так что действуем осторожно. Классно придумано. Хм, а меня ты ни разу не хвалила. В общем, я настроила новые импланты Корсики на частоту восьмерки. Это как? Не переживай, будет круто. Команда в сборе, Корсика теперь с нами. А там настоящая туса. Ага, фейерверки и прочее. У маркетинга бюджет даже больше, чем у отдела разработки. Что же стало с компанией? Как же я тебя понимаю? Сэр Макарун, не портите людям праздничный настрой. Ладно, я пошел. Тусоваться, вперед с песней! Ну, на самом деле, мы заслужили. Заслужили оттусоваться по полной. Чай, там рядом есть черный ход. Он ведет в музей. Когда-нибудь я войду через главный вход. Ну, в следующий раз выстрелим тобой из пушки, и ты сразу полетишь куда надо. Прикольно. Если бы меня реально выстрелили из пушки... Это робопес, которого трогать я не могу, потому что это пес. Это не роботы-пылесосы, которых так жалко всем. Почему ты их бьешь, а не просто убирают территорию? За что? Хотя бы за то, что они работают на Армстронг. Народ, а ну-ка зацените. Я танцую, как устаревший робот Вандалей. Я олдскульный робот. Какие они все-таки отсталые. Он уже 3 часа дергается. Зато есть на что посмотреть. Да уж, на концерт мы не попали. А тут хоть какое-то веселье. Они еще тут бургеры точат, сок попивая. Какое-то веселье у них. Роботов тут реально дофига. Где же вы, люди? Люди-то где? Вы ждали и, наконец, дождались. Фестиваль Армстронг. Знаю, вам не терпится показать родным и друзьям новые умопомрачительные импланты. Но сначала давайте отпразднуем. Для вас выступлю я, единственная и неповторимая Мимоза. До встречи на главной сцене. Это она так ради зрителей старается или для себя? Честно, без понятия. Короче, тут уже кто-то набухался. Он пытается поднять стаканчик, точнее баночку, но никак не получается. Тут робот-пылесос кадрит робота, такого нормального робота. Но... Наши чувства запретны. Мы же подписывали договор. Я пойду на этот риск. Но что скажет мой босс? Не волнуйся. Я всю вину возьму на себя. Ладно, не буду мешать. Их идили. Здесь робот-пылесос гоняется за собакой. Спасем собаку, нет? У нас получится это сделать? Нет, это бесполезно. И тут вообще так прикольно, атмосферно на самом деле. О, хоть кто-то что-то тут готовит. Есть где перекусить. Ты тоже тут убираешься или скучаешь? Золотая банка. В ней билет на концерт. Я увлекся уборкой и забыл, в каком баке банка. Помоги найти.
Нифига себе! Нет, не в этой. Не в этой, золотая банка. Сейчас будем все мусорки калашмарить. Хорошо, что с ним поболтал. Мимо бы прошел и не узнал. Может, мне тогда на халяву получится пройти? Не нужно будет тайные ходы искать. Но тут понятно, здесь нет прохода. Вот и черный ход. Но тут все в огне. Это защита от людей. Я помогу ее преодолеть. Готово. Проходи. Помощь Корсики. Переключаешь, зажимаешь. Расположи камеру. Ага, она будет тушить нам. Ну-ка, дай посмотрю. Вон она, что она вихрем своим тушит. Теперь ясно, как попадать через такие огненные препятствия. Мне нужно накопить заряд энергии, чтобы задуть пламя. Но совсем скоро оно опять разгорится. Нет проблем, я вначале пойду легкий путь. Испробую. Все мусорки переколошмарю. Может, все-таки мне удастся. А где результаты розыгрыша билета на фестиваль «Армстронг»? Приветствуем вас, имя сотрудника. Вы приняли участие в розыгрыше билетов для сотрудников. К сожалению, главный приз достается не вам. Благодарим за интерес к фестивалю. В честь... А дальше можно не читать, поскольку мне ничего не досталось. Ну, по крайней мере, не мне, а тому, кто этот билет вытянул. Или что там, записку эту вытянул, в общем. Где еще мусорка? Так, чувачок наполировывает главную эмблему «Венделей». Сейчас спросим, можно мне туда пройти? Прости, закрыто. Я бы помог, но мне надо дверь полировать. Ты гляди, как сверкает. Понятно. Вот еще мусорка. Ну когда же выпадет золотая банка? Может быть, где-то тут? Второстепенный задание. Золотая банка вернулась к хозяину. Нашли ее. Осуществилось. Я попаду на концерт. Возьми этот полезный подарок. Фрагмент датчика жизни. Блин, я это думал, я просто не отдам эту банку ему и все. И пройду спокойно. Ну, как видишь, я слишком добр и туп. Ладно, все-таки будем пользоваться черным ходом. Нет, секунду, надо назад вернуться. Я там кое-что приметил, где можно подобрать еще шестеренки. Вон там на крыше. Там еще датчик какой-то, по-моему, крутится, вертится. А что этот робот здесь делает? Как, живой? Пока не гони лошадей, пусть съеденные бургеры переработаются. Что-то мне нехорошо. Полегче, если тебя стошнит, нас отсюда не выпустят. Думаю, нас и так не выпустят. Там в туалете, короче, кому-то плохо. Интересно, как он блевать собрался? Болтиками, шестеренками, что ли? Во, это чип был. Ну, в принципе, пускай там продолжает блевать, а я пошел по черному ходу. Проникать на концерт. Я же все-таки рок-звезда, да еще и с гитаркой. Может, кому подыграть смогу там. Ну, Корсика, твой выход. Охладись-ка, я помогу. Выбери момент. Окей. Раз, погнали. Молодец, Корсика. Ну же, чай, не тормози. Я бегу. Мята, твоя технология огонь. Спасибо, я старалась. Мисс Мята, вы покраснели? У вас аллергия на похвалу? Да. Ее, видимо, никто не хвалил. Вот тут чип надо забрать. Сколько чипов. Чипов то, что нужно. Переключаем на макаруну, если вдруг бой начнется. Макарун-то у нас прокачан. За счет чипа, поэтому... Конечно, а то этот болтун достал меня. Ну, поехали. Хорошо. О, не зря макарона выбрал. Я им покажу. Снова нужен наш тягач. Тягач-притягиватель. Не, такое себе название моей цепи. Надо что-нибудь другое придумать. Ребята, а вы что делаете? Отсюда слышно концерт. Нас здесь точно не увидят. А значит, не уволят. Класс. То, что нужно. Конечно, ништяк. Опа. Так, что мы тут имеем? Это мы прям... А, нет, я думал, мы за сценой находимся. Слишком я уж поверил в себя, что мы так быстро добрались. Ну ничего, в принципе, мы почти добрались. Мы у концертного зала. По крайней мере, здание точно то.
мы ничего не пропустили случайно? Вот тут вот может... О! Вот! А я хотел бежать уже отсюда. Еще и тут что-то валяется. Почитаем. Отдых в парке. Открытый файл в блокноте. Автор — какой-то робот. Как же мне нравится сюда приходить и играть с собачками ГЗН КСЛ. Кто бы мог подумать, что роботы-газонокосильщики могут быть такими милашками. А еще сюда никто больше не приходит, поэтому здесь можно спокойно отдохнуть и не бояться, что меня уволят. Кстати, я вспомнил комментарий, который мне написали, мол, робот. Как же у него там... Как зовут робота, который с макарон? В общем, мне помогли расшифровать его имя. Оказывается, там нету гласных. Если их там поставить, то получится добавка к чаю. Ты давно должен быть на концерте. Испепелю тебя. Я должен был быть на концерте, ты уверен? Отстой! Я спец по тушению пожаров и погашению конфликтов. Выберите Корсику. Ну, это понятно. Корсика вызовет порыв ветра и направит его во врага. Да давай, почему нет? Бой! Наваляй, Корсик! Ты меня не бойся! Нифига себе у меня. Оп-оп-оп. Корсика, выходи. Успел отбить последнюю атаку. А, это не успел. О-оу. Нормально? Е-е-е! Разрезали его. Да, он мне угрожал, между прочим. Восьмерка! Ну же! Врагов, которых Корсика поразила воздушной атакой, проще оглушить. Попробуем. Корсика способна сломить даже самых сильных врагов. Если хочешь, я могу ослабить крепких врагов. Конечно, хочу. Здоровяков, зови меня. Корсика, я помогу. Ой, зря я тебя вызвал сюда, ну ладно. Это что за масло тут пролитое было? Он за мной бегает, а я горю, мой пуканище. Тихо, Корсика, остуди его. Черт, промахнулся. Корсика, давай еще разок. Ух, успел удрать. Уходим. Да он достал. О, сейчас начнется, у него тоже комбо. У меня комбо и у него комбо. Нормально. Держимся пока. Эсочка, эсочка у меня по времени. Цесочка по очкам и по ритму. Нехило. Как я рад, что мы вас не уничтожили, мисс Корсика. А теперь идем-ка в музей. В музей? Я думал, мы идем в клуб. Ну да ладно, в музей так в музей. Нам какая разница, где веселиться? Оу, как тут прикольно. Центр истории. Можно походить, поизучать, да? Ну это ж скучно, наверное. Ой, читать еще. Я отдохнуть сюда пришел, не хочу ничего читать. Пожаловать в музей истории Вандалей. Пройдите путь от скромной компании до мегакорпорации вместе с нами. Она и объявление сама записала. Как же она себя любит. А мне нравится. Чай, нам надо пройти через этот выставочный зал. Ты видел тут эволюцию роботов? Начальная эволюция — это пылесос. Как их тут вообще изничтожают, этих пылесосов? Заметка для администрации музея. Соблюдайте эти правила неукоснительно. Если кто-то вздумает жаловаться на объявление, пришлите мне их идентификационный номер. Правила для администрации музея. Вход в музей Вандалей всегда бесплатный, однако гости обязаны внести добровольное пожертвование. Если кто-то скажет, что ему не нравится наша выставка, вы должны ответить, какая выставка, и постараться убедить гостя, что ему все снится. Да, логика просто отменная. Но то, что тут угнетает роботов-пылесосов, мы уже поняли.
Мы... Да. А тут подожди. А в другую сторону, если мы побежим. Кстати, я не удивлюсь, если здесь робот-ресепшионист, которая должна была сидеть, она сидит вон там на полянке с роботом-пылесосом. Ее робот-пылесос кадрит. А, здесь закрыто, понял. Вот так-то. Так что не хухры-мухры. Не надо тут гнать на робота-пылесоса. А тут наш любезный друг Холодос. Приветствую! Я помогаю гостям на выставке, но вижу, и вам нужна помощь. Ага, у меня тут очередная форма жизни. Не договаривайте за меня. Мне же так сложнее давать советы. Но эта форма жизни, если я не ошибаюсь, Корсика. Наша начальница охраны. Да, за последние пару часов много что изменилось. Вижу, вас связывают крепкие узы дружбы. Похоже, вы умеете тушить пламя при помощи энергии ветра. Враги, попавшие под действие этой энергии, быстрее теряют устойчивость. Вы с ней превосходная команда! Хоть сама Корсика и не наносит урон, она поможет управиться даже с самыми крепкими врагами. Но учтем. Найти всех умников, потренироваться с ними и, видимо, победить, скорее всего. Там было написано в достижении. Просто три точки, но я не знаю, что там хотел автор нам донести. Какой здоровый подстригай. А, так он, оказывается, газон стрижет, вот этот робот. Вон оно что, не хотите тратить часы свободного времени на уборку и не нужно, ведь вам поможет робот серии Brute 4L. Он с легкостью нарежет хлеб, подстрижет кусты. Нарежет хлеб вот этой фигней. Ну, они сумасшедшие, конечно. А это кто? Что? Да ладно, он дорогу регулирует, что ли? Это патрульщик, помощник для самых маленьких. Новая версия робота B4B UIN – настоящее воплощение милоты, однако их основная функция – обеспечить владельцам максимальную безопасность. Эти роботы предназначены для работы с пользователями любого возраста, даже самого юного. Они не допустят, чтобы с вашими малышами что-то случилось. B4B UIN – эмоциональная поддержка дома и на улице. Вот так-то. Вот это поворот. А они меня, понимаешь, прессуют. Прям конкретно из меня лепеху хотят сделать. Коровью лепеху. Я бы даже сказал, отбивную. А их тут для помощи создают. Я только про вас говорил, ребят. Она матернулась или мне показалось? А, она сказала скука, наверное. Ребят. Вот. А, заряда батареи не хватило. Обидно как-то. Корсика. Спасибо, что потащила пожар, но я чуть сам не загорелся. Ай-яй-яй, больно было. Надо какой-нибудь комбом мутануть, нет? Но неплохо подкинули тебя. Улетел. Начали. Куда ты убегаешь от меня? Смотри, что он там, он разжигается. Надо его потушить. Ёлы-палы. Корсика, туши его. Не-не-не-не-не, так мне не нравится. Потихонечку давай. Оп, оу, Корсика. Чёрт. Комбо опять его. Нет, башкинь. CCSB. Припев за B. B, ну блин. Я думал, эй будет. То есть, ай, эй, ай. А, все, пофиг уже. Это выставочный экспонат? Как ты меня раскусил? Я просто отдохнуть хочу. Никому ни слова. Ой, ёлки. Я думал, выставочный экспонат почитать. А он вон что придумал. Кусты шевелятся, ощущение, что за мной следят. Кругом шпионы. Шпионаж ненавижу. Ну, только если не сам я шпион. Мы все знаем нашего директора и несменного лидера Кейла Ванделея. Но что было раньше? Все начиналось с неприметной компании Ванделей Солюшенс. Роксана Ванделей мастерила у себя в гараже роботов и продавала их из своего фургона. Звучит не слишком впечатляюще, но надо же было с чего-то начинать. А вот и тот самый фургон.
Даже не сказали, что эти роботы помогли избежать энергетического кризиса. Над ней просто смеются. Мята, успокойся. Ладно, идем дальше. А можно этот грузовик полупить? Эх, жалко. Так бы по нему вдарить хотелось бы. О, холодильник. Так, это выставочный экспонат? Я надеюсь, что они не сагрятся на меня. Сейчас я подойду, сперва проверю. Демонстрация Сенко-0. Представляем серию личных помощников Сенко-0. Этот верный робот не отойдет от вас ни на шаг. Он будет смеяться над вашими шутками и нести за вас пакеты. Защитит вас от непогоды и ни в коем случае не сойдет с ума. Представьте своим рукам и нервам заслуженный отдых. Вероятность сумасшествия будет снижена в следующем обновлении. Это, получается, робот на колесах должен помогать мадемуазелям. Ну и вообще всем, в принципе. Зонтики таскать, короче. Давай уже ломайся. Блин, чё он как... Какой-то крепкий попался автомат. Слушай, не выбивается с него нифига. Ей, наконец-то. Наконец-то сломал, сколько банок выбилось. Ничего тут больше нет интересного. Фотка голуби. Робопес это, оказывается, газонокосилка. А я-то и не думал вообще об этом. Я думал, это просто робот. Это однобокая получается выставка. Что поделать, историю всегда пишут победители. Прикольный робот, а еще мне понравилась картина, где робот держит банан. Он почему-то мне миньона напомнил. Наверное, из-за банана. Сам робот-то на миньон не похож. А банан похож, как у миньона. Посмотрим картины. Поджигатель на место. Ни шагу дальше. Ребят, бой. Только без огня, пожалуйста. Убил их, Кортик. Ты меня не бойся. Жопа моя. Свою налево. Огнетушитель. Срочно туши. Уходим. Опять жопа горит. Жопа горит! Кортика, поможешь? Заберись! Сам загорелся! Ха-ха! Выкусил, да? Понимаешь теперь, что это такое? Ой, он взорвался. Рок-н-ролл! Блин, опять они. Забил, сука! Блин, я в их пятно попадаю масляное, и все. Я понял, лучше туда не попадать. О, нормально шибанул. Нормально. Только жопа опять горит. Вашу ж металлическую мамашу. Чтоб у нее шестеренки поотвалились. А-а-а! Да елки. Успел отбить. Сейчас он взорвется. Уходим. 3, 2, 1. Не беги ко мне, не беги, отойди. Фух. Какой негодник, проказник, хотел подорваться вместе со мной. Тишина, спокойствие, отхильчик. То, что нужно. Компания развивалась и всего через 3 года стала ведущим поставщиком роботов в мире. И благодаря этим роботам мир с каждым днем становился лучше. И появилась Вандалей Технологис, которую ждал долгий путь. Старые добрые времена. Тогда казалось, что мы действительно что-то меняем. Потому что так и было. А обычные люди даже ни о чем не подозревают. Короче, фуфловая выставка. Вот что я хочу сказать. Почему здесь какие-то картонные штуки высовываются, как-то передвигаются? Где проекции? Где 3D? Вот этот, мы уже в будущем. Вы, блин, роботехнологиями обладаете. Почему не роботы? Дефект? Гейл сказал, что ты покойник. Он лжец, Мимоза. Теперь ясно, почему ты с ним. Корсика? О, вот так поворот. Хватит кривляться! О нет, не хватит. Я не позволю сорвать вам мой концерт. Самурай, да ёлы-палы. Давай мы им покажем. Да куда ты уезжаешь-то? Подожди, мне ж тебя бомбануть надо, а то я там это щит-то не пробью.
Все? Не туда бахнул, шандарахнул. Вот, теперь можно и с этим разобраться. Макарон! Ай! Он блокирует как-то атаки мои. А, все, он в комбо ушел. Отблокировал его. Нормально. Наконец-то макарон шатал ему. По первое число. Так, комбо сейчас будет у него, походу. Ага, точно. А я там всех давай призывать. Отбил, все! Все отбил нафиг этому самураю! Промеж ног гитарой. Пойду в комнату для персонала зайду. И Моза узнала, что мы здесь. Плохо дело. И она заблокировала двери. Не страшно, поищу другой путь. Давай, макарон. Я его уже нашел, походу. Это он? Или это комната-секретка? Сейчас вы... Опа, подожди. Мимоза. Граффити нашли. Что-нибудь тут есть? Какие-нибудь датчики? Датчик мне дайте, сердешный. Без приступа. Кейловская статуя. Кейла больше нет. Разбили ему морду. Блин, страшно как-то. О! Снова стенд эволюции роботов. Забавно. Ага. Вентиляцию нам. Понял. Нет проблем, я люблю вентиляцию. Как-то спокойненько даже стало. Релакс. Что-то как-то стрёмненько, а тут роботы какие-то страшные. Вот это тоже непонятно. О, чип. А, по всей видимости, нам куда? Куда нам дальше-то идти? Есть проход какой-то, нет? Двери закрыты, вентиляция закрылась, обратно нам не вернуться. Идем по стрелочкам, типа. А, нам по трубам. Все, я понял, по трубам. По трубам, так по трубам. Вон туда нам надо. Так, там наверху ничего? Нет, туда уже не залезть. Ух ты, елки, ты кто такой? Это кто? А, это типа ящер или как он там? С хвостом-то своим дерзким. Записочка. Разочарованный ОСК-4Р. Сюда столько мусора сваливает, его не то чинить собрались, не то утилизировать. Музей Венделея должен был поведать гостям историю грандиозного успеха, рассказать про нашу великую Роксану и про плоды ее трудов. Но есть мнение, что маркетинг решил не выделять на это бюджет. Теперь вместо выдающихся роботов и экспонатов, олицетворяющих яркие исторические моменты, тут одни картонки стоят. Позорище. Во, да, я тоже про этот. Какие картонки, блин, нет бы роботов там. Ну, по красоте все сделано. Ну, понятно, почему над мимозой теперь ржут. Жрут и ржут. А туда можно как-то? Подожди. Туда вроде бы как бы через верх нет. Там просто коробочки, по-моему. И наверху что-то там было. Да, а, вон, там сверху шестеренки. Тут еще и батарейка, вообще шик. О, ты что, живой? Мне сказали, что мой шедевр слишком мрачен. Но он вызывает отклик. Ты посмотри, какая у него на башке шапочка. Он прямо этот художник, творец. Вот и компик. Сейчас посмотрим, что прокачать можно. Так, атаки. Давай глянем, что Корсика вообще моет. Корсика, вот. Угроза безопасности. При ударе в бит во время комбо на земле. Я пропустил ролик, что она там делает? Выскакивает и своей палкой крутит-вертит. О, нормально. Говорят, она драться не может. Она напихала вон роботу. Тут что у нас? Тоже при ударе в бит во время комбо в воздухе. Нифига себе прикольно. Вот это прикольно. Как в аэротрубу залетает, и давай крутить этого робота. Смерч Корсики. 10 000 стоит.
О, вот таким смерчем она меня дубасила, кстати. Ясно. А это что у нас? Боевая готовность. Отблочил, и Корсика выскакивает и отбрасывает противника. Нажмите РТ спустя один бит после успешного отражения. Но это все сложно. Это сложно. Угроза безопасности. Вот это вот покупаю, пригодится. Так, у нас 21 тысяча. Что еще? Так, я сейчас, короче, посмотрю, что по датчикам у меня. По датчикам у меня все по нулям, соответственно, покупать ничего нет смысла. Все, ладно, я понял. Можно лезть дальше. Копим шестереночки. О, я как раз сюда хотел залезть. Вот я тут и очутился. Чай, я могу перегревать такие генераторы. И как это мне поможет? Я покажу. Корсика умеет перегревать генераторы, чтобы прокладывать путь. Здесь все так же, как... Понял. Ой, не то призвал. Подожди. Сделай, Корсика! Ну, Корсика, поможешь? Эй! Я разберу. Три, два, раз, погнали! Черт, моя... Мимо! Промахнулся. Корсика, порядок, чай! Ну же, Корсика! Три, два, раз, погнали! Вперед, поспеши, пока не остыло. О, вон оно что. Прикольно. А, еще и тут. Я успел? Я все собрал? Кроме последней? А нет, я все собрал вообще. Мне бы вон туда еще попасть. Слушай, я хочу туда. Да, блин! Не допрыгнул. Там явно что-то есть полезное. Сейчас мы туда еще раз попробуем попасть. Выбери момент. Три, два, раз, погнали. Все, 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 поехали, 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 поехали. Быстренько, быстренько, быстренько. На трубы. Бежим. Сюда, и вот с этой штуки получается. Опаньки! Кнопочка пуш. А тут у нас датчик здоровья. Шикарно. Кнопку нажали, и что мы открыли? Мы выкинули вот эту вот штуку, по которой мы можем переправиться на эту сторону. Все ясно. Как я... Ну нет, только хотел сказать, тишина, как я обожаю этот момент. Корсика, протестируем с тобой комбо. Хочешь? О, нормально. А это была комбо вообще? Или я промахнулся? Так, подожди. Ты вроде должен хлеб нарезать, а не пилами пилить меня. Он поджигает меня. Все, сдох. Промахнулся? А ты откуда вылез? Убил их, Корсика! Ты меня не бойся! Черт, черт, черт! Комбо, комбо, комбо начинается! Промахнулся. Во-во-во! Вот это комбо с Корсикой! Нормально. Разрубил его, как полешечка. Ух. Ну, можно и передохнуть. Побздели немножечко, и хватит. Ага. Мне бы сюда! Шлепнулся, как дерьмецо какое-то. Это вообще током заряжено. Они что, с ума сошли? А, тут тоже ток. Вроде в часах находимся, да, а тут электричество повсюду. Должны быть тупо шестеренки. Давай, 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 открывайся. Нет, далеко перепрыгнул. Меня перемолотило. Фаршик. Ай, опять фаршик перемолотило. Прям в шестерни туда падаешь и как-то... Котлеточки по-домашнему получается. Макарошечки, котлеточки.
Давай, высовывайся. Ух, я думал, не допрыгну. Что-то здоровье у меня как-то не к черту. Эй, это еще что такое? Отсюда в музей поступает энергия. Отключить можно? Лишь на время, если рядом есть генератор. Будем отключать. Вот он, генератор. Прямо специально для меня. Туда лучше не падать. Костика, поможешь? Ну-ка. 3, 2, 1, погнали. Быстрее, чай, беги. Бегу. Бегу, я не хочу, чтобы мой попец и грязкий орех поджарились. Я вроде успеваю же. Я успел? Подожди, мне походу тут... Давай я тут остановлюсь. Генераторы, все током бьется. У них тут точно музей? Пытошная, не музей. Не-не-не. Я почитаю. Жалоба на водный генератор. Автоматический ответ от отдела маркетинга. Ваш запрос — заменить водные генераторы и головоломки с прыжками на что-нибудь проще, например, выключатели. Запрос отклонен. Причина так намного круче. Вот это причина отказа. Это я понимаю. Так, подожди. Мы можем тут пойти, мы можем и вон туда сходить, а там закрыта дверка. А что это она там закрыта? Подожди, давай я туда напрыгаю. Напрыгаю. Почему тут только для персонала? Как можно активировать эту дверь? Наверное, путем захода... А, вон там вот рычаг, походу, на той стороне. Ладно, Корсика, погнали. Я помогу. Теперь ты. За меня не бойся. 3, 2, 1, погнали. Так, а что-то как-то это... А, вот сюда вот, наверное. Так, и что дальше? Там заперто. Мне отсюда туда надо? А почему здесь это как бы... А что? Как туда вообще? Непонятно. Не въехал я. Давай еще разок. Корсика, мы им покажем. 3, 2, 1, погнали. А как вот эту платформу-то запустить? Как мне туда попасть? Вон она что. Я поздно увидел. Погнали! Ну давай! Да стрельнуть надо было, ты чё? Вперед! Есть. Ага. Отсюда прыгнем туда, как думаешь? Не допрыгнем. Ладно. Зато отсюда допрыгнем. Вот, наверное, мы сейчас активируем ту... Прыг-панельку. Ну, не прыг-панельку, а подиум. Ты тут стоишь. Привет. Мне надо заменить ядро генератора. Но я не могу туда добраться. Вот бы мне помощника с большими руками и силой. Но большие руки у нас есть. Да и, в принципе, он и силач тоже неплохой. Сейчас продемонстрируем тебе всю крутость макарони. Макарони. Он сейчас отсюда вышибет туда все, поэтому ее там и не было. Не-не-не, Мята, ты мне не нужна сейчас. Макарони, давай. Машем макарон! Подвинься. Во, прям четко трехочковый. В баскет, наверное, в детстве играл. Хотя он маленького роста. Для баскетболиста он бы не подошел. Ну, теперь попробуем здесь пропрыгать. Не-не-не-не-не, тут ничего ломать не надо, крушить не надо, Халк. Поможешь? Соберись. 3, 2, 1, погнали. Поперли. Как кто? А чё я туда ждал? Стой. Мята, твой выход. Помочь? Вот так. Так, мне сюда. Дальше макарон. Давай, макарон. Доверься. Вот и все. Чай что-то расслабился. Вообще прям. Не мог запрыгнуть на подиум. Чай, смотри под ноги. Генератор еще работает. Звезда в шоке. Нет. Угомонись.
бой! В смысле, мне угомониться или чё? Чё вы так на меня бздите-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вовремя прыгнул. Ну, этих я подорвал. Что с этим делать теперь? Мята кунг-фу знает? Ой, восьмерка. Восьмерка кунг-фу, кунг-фуистка. Начали! Зараза. Так, давай-ка мы сейчас комбо с макарони намутим. О, щелкнул. Как он пальчиком его щелкнул. Погнали! Здесь все. Не-не-не. Никто никуда не уходит. Лихотня. Ой. Вот это вот выкусите. У-ху-ху-ху. Жбахнул, шандарахнул. Я могу пройти? Нет? Меня не выпускает? Выпускает? Пустите, пожалуйста! Спасибо. Блин, я только генератор вырубил, а тут по новой все. Покажи, Мак! Конечно, парень. Опа. А че это у нас здесь? А че это здесь? А, гляди-ка, там что-то лежит интересненькое. О, эхо! Зарядочка. Так. Ну тут все просто. Посмотрим, что по микросхемкам. 28. Ой, по микросхемам. По шестерёнкам. Сейчас, подожди. 1-1. По одному, короче, в эхо, по одному здоровье. Ладно, ничего прокачивать не буду. Копим. Копим шестерни. Вот тут еще может быть что-то. Ага. И наверху. Что-то может быть наверху, но нет, тут ничего нету. Корсика, let's go. Корсика, поможешь? Порядок, чай. 3, 2, 1, погнали. Спасибочки. Вау, что это такое тут? О, мистер Чай, вы нашли еще более восхитительное место выставки. Кардамон, тебе реально все это нравится? Это увлекательно и познавательно. Вот, кардамон. Кардамон – это добавка к чаю. Про этого типа я говорил, что в комментариях писали, мята! Что есть такая штука, как добавка к чаю. Кардамонская. Вот эта модель. О, летит. Мята! Вперед! Хорошо. Опа-на. А вот и ты. Как ты сюда вообще залез? У тебя крыльев даже нет. Пошла жара! Да, действительно, рок-н-ролл. Ой, да вас двое. Бой. Луча, отхавайте. Ну чё ты убежал-то там? Такой лучик был прикольный. Вот. Куда ты? Так же хочешь, как напарник? Гольф-клуб надо открывать. Так. Кто тут к нам пожаловал? А, жопка. Погнали! Специально подошел к нему, как на шашлычки. Да.
Ну, всех раскуролесил. CCCS. Все, я дальше пошел. Кстати, надо не забыть вон туда направо сходить. Там чипик лежит. Чипик-дрипик, вот он, желанный мой. Что это? Чип Эй! Ну, чип Армстронга, логично, я думал, будет написано, что он нам даст. Но, увы. Этого надо пробить по ходу макарони. Давай, макарон! Я их одной левой. Забудьте повторить ваши... Они герои. Разворотили один экранчик. Надеюсь, она не обиделась. Блин, надо было батарейку заюзать. Ну ладно. Они же не стакаются. Ну здрасте, 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 здрасте. Ай, 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 что так больно-то? Мимо? Да елки, не так хотел, не так, вообще не так, все не по плану пошло. Да чтоб вас! Чтоб вас! Погнали! Улетехал. А с этим мы сейчас так. Видал, как гитара полетала? Так же сейчас будешь летать? О-оу. Забыл почитать, что вот эти роботы для чего были созданы. Чай, платформа скоро упадет. А что мне делать-то? Ну я подпрыгнул, типа. Ой, а чего вас так много? Начали! Хорошо. Начали. Пропустил одну. Ух ты, ух ты. Ну, вроде со всеми разобрались. Let's go, прям по красной ковровой дорожке. Минус один экспонат. Класс, давайте вообще все тут спалим. Мята, ты чего? Ты какая-то больно злая сегодня. Неважно, забей. Давайте уже сваливать. В смысле сваливать? А как же мимоза? Мы же все ради этого замышляли. Чтоб схватить мимозу. Ну, или, по крайней мере, лещей надавать. Наконец-то сломался. О, еще один. Спустя долгие годы работы Роксана Ванделей решила уйти на покой и выбрала себе преемника. Им стал ее единственный ребенок, Кейл. Он вырос настоящим гением, весь в мать. А уж какая, боже, у него прическа! В которую врезался дирижабль. Что? Бред какой-то! Мисс Мята, вы даже на мистера Чая так не сердитесь! С тех пор матушка Кейла наслаждается заслуженным отдыхом, зная, что ее компания находится в надежных руках. Он ее выгнал. А-а-а, он выгнал свою родную мать? Ах, ты еще та заноза в одном месте! Заткнись! Нет уж! Хороший диалог сейчас был. Прям это... А, подожди. Чё это? Нет, ну этих роботов неинтересно читать. Вот это для чего был? Робот серии Кем-0Н0 станет вашему ребенку верным другом. Неутомимый защитник и товарищ для игр. Самый милый проект Венделы. Дети просят завести питомца, но не хотят его выгуливать и убирать за ним. Этот робот со второстепенным режимом обнимашек непременно очарует будущих клиентов Венделы. Я был прав, это песик. Это милый песик, который
может обнять тебя. Ты посмотри, как он пылесосика хочет обнять. По-моему, раскромсать он его готов. Так, как мне туда запрыгнуть? Удачно так. Оп. Самые мирные, по-моему, это вот роботы-уборщики. Серьезно. Спокойно, Чай. Мимоза просто хочет избавиться от тебя. Ну, надеюсь, вас это развлекает. Даже очень. Открываем сундучок. Давай. Давай, 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 открывайся. Три, два, раз, погнали. Спасибо. А скоро мы там до Мимозы доберемся? Что-то мы все идем, где-то лазим, как часовщик какой-то. Механизмы чиним. Засел! Мы им покажем! Три, два, раз, погнали! Быстрее, Чай! Куда нам лучше бежать? Нифига себе! Неожиданно было. А вон там сверху что-то есть, нет? Там эта нужна. Мятка. Но я, по крайней мере, сломал щит. И сейчас будет беспроблемно туда на цепи зацепиться. Выбери момент. Три, два, раз, погнали. Все, погнали. Это нелепо было. Зато здесь по таймингу попал. А, не сломал все-таки? Погнали. Как это круто! Прыгаешь бесконечно. Так, сейчас попробую. Ага. А нам в принципе туда надо или это тайник тут какой-то? Похоже, тайник. Так, ну там дверь закрыта. Пойдем подойдем к ней. Что-то написано. Размышления о двери. Вижу странную дверь. Ее предназначение неизвестно, но в мире столько вещей, предназначение которых нам неизвестно. Если долго смотреть на эту дверь, она начнет смотреть на тебя. Пойдем попробуем. Так, Корсика, ну хоть ты-то должна знать, что это за двери такие. Извини, Чай, без понятия. Когда я пришла сюда работать, то спросила о них Кейла. Он толком ничего не ответил. Лучше пока забудь о них. И так забот хватает. Написано 07, то есть это седьмая дверь, скорее всего. Ладно, не будем забивать голову этой ерундой. Пойдем дальше. Я упал! Упал далеко. Погнали! Конечно, парень. Кажется, тут сейчас будет бой. Лишь мошкара бывает такой назойливой. Шоу окончено! Оу, это вряд ли. Сейчас как раз мой выход. Жаль, что ты пропустишь мое блестящее выступление. Наслаждайся световым шоу. Блин, я думал, ты реально выйдешь. Бой! Она меня... обманула! Уходим! Я горю! Я не заметил, как я загорелся. Черт! Чертовы электрические полы! На них невозможно сосредоточиться. Так, где-то здесь будет ток, где-то будет ток. Ой-ой-ой-ой-ой, началось. О, привет. Стой, подожди. Он еще выжил? Серьезно? После такого никто не выживает. Прыгни сюда. Прыгай. О, молодцам. Попался в ловушечку.
Ой, сейчас начнется. Ну, в целом, быстренько с ними разобрались. А, кажется, еще кто-то будет. Спасибо, восьмерка. Если б не твой лещ по башке, я бы просрал. Блин, эти вихри. Да елки-палки, ты че, птичка? Гнездо попутала. Черт, тушись быстрее. Надо птицу мучить. А, поймала меня. Вроде бы... Да, о, комбо от птички, ну вообще. Ну, хоть здесь я быстро с ней расправился. Ну чё, дружок, один ты остался. А-а-а, меня током шандарахнул под конец. Пальчики уже спотели на геймпаде. Ну, пустите меня. Пустите меня на танцпол. Пьяным подвигаться. Открой нам дверь в соседнем зале. Открой нам дверь. Сами не можете? Я тут статую Кейла долбашу. А еще на нем прикольно всякие комбо тестировать. Ну, в принципе, нам только туда. Open the door! This is FBI! О, привет, ребятки. Вы все время тут стояли, ждали? Так, вроде тут никого. Кейл положил начало новой удивительной эпохе, запустив свое детище, проект «Армстронг». Именно он разработал систему механических имплантов, которые внедряют технологии будущего напрямую в тело и разум человека. Вранье! Все было не так! Мята, ты чего? Я ее понимаю. Меня эта выставка тоже разочаровала. Это она все создала, а ты вор! Чё-то я вообще ничего не понимаю. Я хотела стать независимой. Я ушла из дома, и это была ошибкой. Это ее мать? Это все из-за меня. А Кейл брат? Мята, ты о чем? Кейл сам ничего из этого не изобретал. Я знаю правду. Видите ногу? Ее сделала моя мама. Твоя мама? Тоже разрабатывает импланты? Нет, Чай! Моя мама Роксана Вандалей. Чего? Выходит, Кейл... мой брат. Это многое объясняет. Он и раньше других ни во что не ставил, но... я не знала, что дойдет до такого. Я знаю, что вы думаете... что я... Не парься. Ты что, думала, мы тебя бросим? Да мы столького достигли. И все благодаря тебе. Да. Но... и я здесь с тобой, потому что ты нашла то, что нужно остановить. К тому же опасность грозит прежде всего Чаю. Ну да, типа того, но сейчас не об этом. Брат злодей не делает тебя плохой. Это ничего не меняет. Правда? И мы доведем дело до конца. Вместе. Чай, ты так красиво сказал. Ну что, испортим им все веселье? А то. А, знаешь, я и сам хотел предложить тут все расфигачить, но... так уж и быть. Уступаю. Супер.
Блин, эта серия, ну, анимации такие, знаешь, обычные. Ну, то есть тут драма развязывается, никакого экшена. И тем не менее, эти анимации настолько крутые, даже не нужен никакой экшен. В общем, оценка B, так себе. На этом все. Спасибо, что смотрел. Если ты хочешь увидеть продолжение, чем все закончится, какая будет развязка, битва с мимозой. Ух, там будет, наверное, пекло. И подрыв пукана. Поэтому ставь лайки, подписывайся. И увидимся в новой серии. Так что до встречи!